Не будем нарушать традиции и начинаем видео с подъезда. В общем, я собралась, поехала в огород картошку убирать. Ваня в школу пойдет, а мы с Машей поедем. У Маши сегодня выходной. Договорились встретиться на вокзале. И мы сегодня с ней будем вдвоем убирать картошку. Сейчас пока поехала я на вокзал. Надеюсь, что мы там с ней встретимся. Если она не проспит. У нее вчера гости были. Что она там делала, я не знаю. Но только знаю одно, что они там заказывали роллы. Сидели, отдыхали. Прохладненько. У меня футболка, теплая рубашка и вот жилетка. Прохладненько. Вчера приходила Анюта. И я ей немножко дала тарелки, у меня есть такие, уже стоят без надобности. А что, они студенты, им нужнее досочки разделочные и стаканы для чая и так для компота. Мыло дала им, порошка дала. У нас раз на работе выдают, оно у меня копится, копится. Я говорю, Анька, надо, надо, нам все надо. Ну и дала ей вчера. Так что вот. Немножко хоть поможем ей тоже здесь. Она сейчас живет у нас на Вые. Учится, поступила в торгово-экономический колледж. И сняли квартиру на троих с девчонками. Так что вот сейчас у нас еще один студент появился. Ладно, хоть дождика нету. Ну, прохладненько, конечно. Но когда работать будем, то там не будет холодно. Не замерзнем, надеюсь. Билеты уже купила, жду Марию Алексеевну. 10 минут до отправления, ее нет, она всегда вот так вот. Места уже все заняты, стоя, наверное, поедем. Стою, жду, что делать-то. Приехали в Барышу. Сейчас пойдем в магазин, зайдем и сразу же в огород. Что, Маша, побежали быстрее? Все, успели. Перебежали. Чего? Ты такая красивая. Такая красавица, русалочка моя. Голова грязная, не мытая. Да красавица ты. Кстати, надо договориться по поводу стрижки. Ты можешь подстригаться? Ну все, я Лене позвоню тогда. И это... Она тебя подстрижет и меня заодно. Ладно, все, пошли. Погода нам прям, конечно, сегодня повезло шикарно. Но у нас здесь теплее, да? Курточку только можно снять. А, синяя гора, какая она красивая. Может, мы в отпуске это синюю гору это сгоняем? Мы на рыбалку собираемся. И на рыбалку хочется. А, кстати, Галя, она уехала, они отдыхают. Она постоянно в Геленджик ездит каждое лето. Поэтому не получится. Пришли. Чё? Почему? Опять бардак? В какой? В старой? А там постоянно бардак. Это нам вот столько убирать? Ёкерный бабаканый. Это много. Машу мы не успеем все за сегодня убрать. Это очень много. Ладно, что, давай. Глаза боятся, руки делают.
Гули прилетели. Так мы копаем, они за червячками, наверное, пришли. Фух, сколько пока у нас выкопано? Сколько количества пойдет. Решили немножко отдохнуть, потому что у меня уже силы закончились. Тошнить что-то начало. Пойдем попьем немножечко чайку. Что, это мы за час выкопали? Вот так вот, за час. Да, за час. Потихоньку, помаленьку поболтаем, постоим, копаем. Не выросло. Обожаю цветную капусту. Что-то она нифига не растет у нас. Сумасшедшая женщина. Ты хорошая. Червяк, ты ж полетел. Ой, не могу. Где вода-то у тебя? Куда ты ее поставила? Она с лимоном. С лимоном? Простой-то нету? Она газированная? Не газированная, это хорошо. Сейчас мы выкопаем картошку и поставим это мясо, шашлык. Мне же надо. Лучше увеличь. Маша решила взять оружие в свои руки. Последние три рядочка. Ай, насадила. У нас тут все птички летают, так интересно. Вот сюда вот сядет и сидит, смотрит. Я говорю, не чтобы там покушать червячков там всякой этой живности. Нет, сядет сюда и смотрит, как копаем. Что-то, может, ты мимо все копаешь? Я вообще понять не могу. Ни одной картошки. Тут идет, а она там. Он не выкопала. Как не выкопала? Сколько? Много, да. О! Нашла! Вот смотри, этот здесь идет. Борода или как она? Хамза. Возвышенность это. А горлышко вот здесь сидит. Что за? Это значит так окучивали. Не то место, не там. Ну-ка давай. Нету. Нету. Кладоискатели. Ты не топчись по этой-то. Ой, Машка, я мелиссу затоптала. Зараза. Надо будет ее помыть. Чай запарить. Осталось немножко. Она летает прямо между нами. Ничего себе. Не боится такая, да? Красивая грудка коричневая. Оранжевая. Да? Угу. Все. Осилили. Маленько. Эту грядочку. Пошли сейчас немножко посидим, пока она сохнет. Пока мангал разведем. Шашлыки пожарим. Устала. Пойдем посмотрим. Такие цветочки малюсенькие-малюсенькие. Прям малюсенькие такие маленькие. Такие красивенькие. Обалдеть. О, вот это вот вообще прям аромат стоит шикарный. Чабрец. Это у нас астра уже.
все отцветают. Голуби щелкают эти фасоль. Вот еще помидорки висят. Перчик зелененький. Не туда пошла. Что, тут есть хоть что-нибудь? Ой, эти маленькие какие. О, там на семена вон два огромных. Ой, огурчики. Так, один. Второй. Вот такие. Нашла. Везде там мелисса сидит. А вон там он прям огромный такие. Чего вот они тут лежат у нас, интересно? На семена, что ли? Фу, как здесь душно. Сейчас возьмем маленечко. И это видео. Мукбанг. Вон такие лошади вон висят. Вон они. Такие огромные. Чтобы вы понимали. Вот мой палец. О! Кабаны, короче. Вот. Самое главное, чтобы поступал воздух. Чё ты гогочешь? Все. И сюда бересту вот сюда закладывай. Показываю. Сюда бересту сейчас закладывай. Маленькое. Большое под низ, маленькое поджигать вот будем. Это мы потом, когда разгорится. Ну-ка, разломай напополам. Вот так положила. Так. Блестит-то блестит со своим маникюром. Да? На картошку-то как раз и самое то. Вообще не говори. Вовремя я его сделала прям. Вообще. Похоже-то нельзя было. Коты езут к своему. Ой, что рассказывать прям? А что, молча будешь показывать? Не знаю. Вот столько мы собрали. Ой, целых 4 пакета вот собрали. Вот там еще ведро. Вот там шашлык. Там еще... Компромат. Звуки рая. Вот еще 2 пакета. Короче, в общем, сколько у нас? 6 пакетов получилось. И там плюс еще... один мешок, не забывай. Где? Один там мешок мелочи. А. Еще такая музыка. Уголёга, уголёга. А ничего, музыка-то, то, что играет. Да там плохо слышно, и она не будет не очень... Короче, вот, жарим мясцом. У нас свининка. Пожарим и пойдем отвозить. Я в раю. Ой, тяжко. Осталось нам
Сейчас вот мы пожарим мясо, пока угли есть, потом быстренько отвезем через улицу в дом мешки эти, загрузим в тележку, увезем и все, и поедем домой. Мне кажется, мы даже на 6 часов не успеем. Хотя сейчас 4 часа, да, доходит? Ну да. 4:18. Значит, успеем. Значит, на 6 успеем. Слава богу. Надо успеть, а то что там 8 часов только. Я есть хочу, а сегодня ничего не ела. Грызи сухари свои. Огурчики, помидорчики у нас еще есть. Вкусно. Не, в принципе, норм. Мясо. Вау. Переворачивай чаще, уже переверни, да. Оно сочнее как было. Блин, надо бы мангал нормальный и это... А я предлагала купить бабушке Лене на день рождения мангал. А, не захотели. Стоит, капец. Пусть ну и чё? Один раз потратились. Для себя же. Я не знаю, как ее тут поставить-то, блин. А подумайте, логические. Нет, Маша, ты вот за эти ребрики засунь ее и все. Вот, да, чуть-чуть подальше, еще подальше, Маш, вперед, вперед, еще вперед. Подними. Вперед. Во! Вот умница, девочка. Там-то не жарится. Нормально все. Надо было еще гитару взять. На гитару? Да, я за песню играла. Mm-hmm. Я гитару брала себе. Ну что, играла на гитаре у бабушки? И опять пела не от души. Нормально пела. А я-то слышала, как ты поешь, когда очень хорошо. Все, блин, не начинается шарманку опять. Сейчас ты поешь не от души. Раньше ты пела прям так хорошо. Так классно. Как умею, так пою. Ты умеешь хорошо, ты просто стесняешься петь. Я тебе не артистка. Была бы артистка, если бы пела от души. У тебя золотой голос. Вы у меня вообще золотые. У тебя даже волосы золотые, видишь? Золотая голова. Золотые цепи. Золотая чаша. Да. А, нет, это Басков поет. Басков, да. А, так он это не поет. Все, у нас уже мясо на подходе. Немножко осталось. Солнышко у нас, конечно, сегодня шикарное. С погодой повезло. Прям красота. О! Красота, сейчас будем кушать. Хотели мукбанг снять, но, наверное, скорее всего, не будем снимать. Так похаваем, да и все, да? А может, в эфир сейчас выйдем? Маленько посидим. У Маши такое лицо сразу. Ладно, ладно. Мы по-быстрому не торопимся, времени так уже много. Ну да, нам надо ехать на электричку, успеть. Ой, свинина такая вкусная, блин, ешь-матрешь. В общем, мясо пожарили, но мукбанг не получается снять. Нам потому что домой надо ехать. Сейчас поедем домой, нам надо быстренько-быстренько покушать и домой. Да, блин. Но мясо получилось вкусное. Это честно. Да? Не знаю, я не пробовала. Вот и я пробовала. Куси. Ой, какое мясо вкусное, да?